Жизнь для мужчины такая суровая штука, что без опыта и знаний просто нормально, хорошо не прожить. Ну, разберем это на примере рыбалки. Пришел молодой рыбак рыбачить. Смотрит лунка, давай в ней порыбачу. Удочка у него такая первичная. И рыбач такой, ничего не поймал, распсиховался, удочку сломал, все. Жизнь кончена. Грустит, сидит, все. А если бы этот молодой рыбак присмотрелся, во, там еще одна лунка, надо в ней попробовать порыбачить. Пошел туда, удочку засунул, порыбачил. О, тут лучше, однако. И смотрит, там еще одна лунка. И давай туда пошел, там порыбачил. И так, там 50-20 лунок прошел. И подумал умом-то, а вот она, лунка-то моей мечты. И он уже опытный рыбак. А тут приходит молодой снова рыбак и не знает, что делать. И вот лунка, давай рыбачить. Ничего не клюет вообще. Хреново как-то. А этот, блин, тискат и тискат. Профессионал. Как ему этому молодому повезет? Либо вот этот старый рыбак покажет, вот это хорошая лунка. Вон та плохая лунка. Та тоже, тоже плохая лунка. И он что, сразу научится. Ну, бывают, конечно, счастливчики, о котором лунки сами бегают. И увидят там, о, какая удочка, и умом, и всем развит. Конечно, они за ним бегают. Ну, ладно, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки.